молодец. Я добрая. Супер. Я дружелюбная. Значит, ты расслабься. Получай удовольствие. Сегодня было очень весело, очень познавательно. Мы узнали много нового. Когда мы узнали, что приедет Михаил Кулагин, мы очень радовались, мы вообще не ожидали. Было просто что-то. Мы говорили свои хорошие и плохие качества. Это было немного... Мы все немного стеснялись. Занятие было направлено, я думаю, на просто... Мы отрабатывали броски, чтобы было весело, и мы, ну, нам сказали, что должна быть команда, что все друг друга поддерживали. Мне кажется, он добрый, веселый, хороший. Девчонки. Слушай, это здорово, на самом деле мне понравилось, это было весело, девчонки молодцы, старались, разные конкурсы, соревнования, замечательно. Как ты сказал еще раз? Ну ты же проиграл, тебя выбили. Да, почти сразу меня выбили. Показали класс. Девчонки супер, они забивают, они молодцы, они тренируются, поэтому заслуженно победили меня. We are all one team.